Всем привет! Сегодня я буду проходить игру под названием Break In. Поехали! Садимся у нас в грузовичок. Ждем, пока все игроки сядут. Поехали! Break In Story. Вот и наш грузовик едет. Новый дом. А вот и наш новый дом. Так, тут можно открывать разные ящички и брать разные вещи. Они нам пригодятся, деньги нужны. За них можно будет покупать. На втором этаже очень много ящиков. Также нужна энергия. И она пополняется, если вы что-нибудь кушаете. Например, там чипсы или еще что-нибудь. На дороге нубы. Да, я не успел сбегать в магазин. Хорошо, дождь пошел. Также можно двигать картины. И у одной картины будет сейф. Нужен код. Он находится в подвале. О, доставщик пиццы! Сейчас покушаем пиццу. Желательно до конца, чтобы осталось много еды для энергии. Потому что в конце будет очень мощный босс. Теперь спим и пополняем за это энергию. Новости. Это не учебная тревога. Злодеи на свободе. Не сопротивляйтесь им. Они уничтожают все. Они могут убить вас или... прибить вас. И главарь страшный Ларри. Это наш главный босс. Страшный Ларри. Теперь все должны лечь спать. Фух, нас не коснулось. Две комнаты будут атакованы. Но у нас все нормально. Зеленая комната была атакована, все выжили. Розовая комната была атакована, и все выжили. Это очень хорошо. Так, теперь берем доски и застраиваем все. Но это все равно их не остановит. Так, время вышло, и мы справились. Вот, осталось 3 куска пиццы. Мне не досталось. Какой-то свет. А вот они и приехали сюда на своем грузовике. Все ложимся спать. Быстрее все спать. Да, я даже не знаю, зачем мы ложимся спать, когда они сюда приехали. Вот они. Они только на меня смотрят. Они бегут за мной. Они сильно бьют. А вот. Синяя комната была атакована, это понятно. Тут бегать от них очень трудно. Справились. Зеленая комната была атакована, все выжили. А, ну мы про свою комнату знаем, поэтому нам про это и не говорится. Так. Компьютер включается только в одной комнате. Вот откуда они пробрались. А дверь там открыта. Один из компьютеров включенный. В нем можно пройти это. Ну, пикать на все кнопочки. Их очень трудно находить. А если вы не справитесь за 20 секунд, тогда вам снесется 15 энергии. Нужно спрятаться в гостиной или на кухне, в шкафу. Вот видите, такой кубик. Потому что идет злой Ларри. С ним не драться. С ним драться невозможно. Не деритесь с ним. Вы даже ему ни одного хп не снесете. Вот он идет.
Так, теперь нам нужно забежать в подвал. Все, быстрее, быстрее, бежим. Там мы возьмем себе оружие. И 2 яблока. Ну и чуть-чуть денег. Так, вот яблоко. Я сначала возьму лом. А вот денежки. И раз яблоко. Съем сразу. У меня вообще еды нет. Еще нужно найти код от сейфа. Тут-то. Если все двигать, там где-то он лежит. Вот еще одно яблоко я нашел. Мы оставили дверь открытой. Теперь нужно защищаться. Нужно из третьего бойца выпадет замок. Справились с одним. О, денежку. С каждого выпадает по 10 долларов. Но это только тут внизу. Но все-таки лучше закрыть, потому что они будут потом очень быстро приходить, их будет слишком много. Я сейчас все денежки подберу. Давайте, желательно, чтобы тут несколько игроков хотя бы осталось. Тут уже замок повесил. Прекрасно. Кто успеет лечь? Кто же у нас успеет? Так, я пока буду искать код. Лестница у вас забирает 5 энергии. Ну, ее очень трудно тащить, еще вы медленнее становитесь. Но ее нужно принести на чердак. Фух, я успел лечь. Проснулись. Теперь кто-то должен взять лестницу. Если у вас будет энергия на нуле, то вы проиграете. Это, наверное, понятно. О, а почему лестница, интересно, уменьшилась? Тащи, давай! В сейфе могут быть либо... Вот видите? Что они сделали? В сейфе может быть либо напитки, либо денежки всем по 10 долларов. Так, сейчас посмотрим, что там у нас наверху. Пицца! Пф, гнилая! Я еще и съел и потерял много энергии. Так, теперь паркурим к магазину. Там прям написано так. Чипсики. И печенечко. Тут иногда бывает скидка на чипсы 40, а еще это ограничено. У меня есть чуть-чуть чипсов. Так, я нашел вот эти баночки. О, кто-то случится. Так. Ага, ой. Он и огромный. Стоит там. Получай. Если у вас мало энергии, у вас там шрамы появляются. И синяки. Когда он крутится, от него подальше держитесь. Когда он вырублен, нужно его бить. А-а-а! Опа, все. Ну, всего нам ничего не дали. Он вообще должен быть спицей. А опять они пришли. Этот монстр придет с пиццы. Не знаю, почему он к нам пришел без пиццы. Ошибка какая-то, наверное, произошла.
Ну, больше мы не можем пойти в магазин. Потому что страшный Лали уже идет сюда. Нужно скорее бежать, он идет к нам. Вот сюда, в люк. Так, теперь нужно пройти паркур. Так, тут у нас находится гаечный ключ, которым тоже можно драться, но это если вы за робокс остановитесь тут без оружия. Ошибка чата? Ага, вот и страшный Ларри. Рун, бегите. Привет, меня зовут страшный Ларри. Привет. Мы тебя уничтожим сегодня. С ним очень трудно драться. Время умирать. О, шипы. Осторожно, я не понимаю, где они появляются. А, меня убили с красного дерева. Так, все, я начинаю понимать. Справились. Теперь он лично с нами будет драться. Он очень сильно бьет, там по 20 энергии. Сейчас его бить просто бессмысленно. А если вы попадете под эту стрелку, тогда вы минус 10 получите. Уворачиваемся просто от него. Мы сейчас его бить не должны. Мы просто должны от него убегать. А вот когда он вырублен, можем ему смело убрать одно сердечко. И теперь все то же самое повторяется. Только без шипов. Может, вам попадутся сразу воины. Может, вообще шипов не будет. Тут по-разному. Уничтожаем их. Какие они сильные. Я вообще с ними драться не умею. А, за мной бегут, спасите! У меня больше нет еды. О, мало энергии у меня, мало. А еще он к нам пришел. А, я получаю по себе. Очень мало энергии у меня написано. А, еще минус 20 получил. А, еще минус 20. Я уже, мой человечек плачет. Значит, один бунтик. А что он дальше своей зоны бьет? Смотрите, вот он так нацелился. Ну, в тот раз он как-то... Вот смотрите, это что такое? Так, все, значит, один проиграл. Так. Значит, подойдите к нему. Опа, один удар. Сразу ему два сердечка невозможно снять. Я уже весь в синяках. Я не знаю, как я справлюсь. Опять? А все, я больше драться не буду. Они вот друзья, они друг друга хилят. Но я так не могу. Меня они не хилят. А мне очень мало. Very low энергию. Очень мало. Так, они справились. Я очень злой. Да злись. Вот мне кажется, это самая сложная история. Уворачиваемся. Давай, вырубайся уже. Куда это он вверх полетел? Давайте, бейте его! Да, мы победили злого Ларри. Я себе такой лом хочу. Такой крутой. Страшный Ларри повержен.
Теперь появляется лесенка, и мы поднимаемся по ней. Наверх. Хорошая концовка! У меня все получилось, а вот и они со своим грузовиком плачут. Так вам и надо. Вот я исправился с синяками. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.